Всем привет, дорогие друзья, с вами Якунов Сидин, и это очередной выпуск новостей из Якуновска. Да, друзья, извиняюсь за то, что я не выпустил выпуск в воскресенье, потому что у меня не было идей, в общем, не было ничего нового, к сожалению, в Якуновске. Но кое-что появилось, конечно же, обязательно. Иначе бы я сегодня не выпустил выпуск. Сегодняшнее обновление в том, что я поставил на время шейдера, в общем, возможно. Шейдер называется BSL Shaders, я, в общем, играю на этих хай настройках, он все это штырит просто. Ну, приблизительно где-то 11-18 FPS. Местами вообще до 20 бывает. Так, ну и сегодняшнее обновление в Якуновске, это еще один магазин Спар, и второй Спар у нас был на Комсомольской улице, вон где-то вдалеке. Это у нас лента и моим офисом канала. Так, давайте я покажу все-таки, я вам сказать, а планировку внутри интерьера, короче. Спар шкиперский с 8 утра до 10 часов вечера. В общем, я решил вам сказать, взять идею с Спара Смолина. Кто не знает, Спар Смолина — это тот же Спар, только в районе озера Смолина в Челябинске. Но у меня Спар шкиперский рядом с автовокзалом. Да, рядом с автовокзалом шкиперский. Так, тут у нас два банкомата стоят. Ну, логотип Спар. И тот же логотип, только уже на крыше, вот. Давайте зайдем. Так, тут у нас камеры хранения. Вот такие вот. Так, проходит даже у нас такой проход. Так. Далее у нас вот продукты у нас типа замороженные. Тут у нас различные пельмени, вареники, мороженое мясо. И все такое. Ну, в этих полках обычные товары. Начиная с фруктов, овощей и заканчивая бытовой химией. Ну, продовольствие, бытовая химия и все там в духе. Проходим дальше, у нас три кассы самообслуживания. Тут у нас нету обычных касс, которые жирные, типа 3x3 блока. А вот такие вот у нас кассы касса самообслуживания. То есть у нас проходим сами, прочекиваем каждый товар, оплачиваем либо банковской картой, либо наличкой. Ну, то появляется чек, ну, а то, что мы купили, мы можем проходить дальше. Далее у нас вот такой проход, это проход без выход без покупок, выход из магаза. Ну и пролетим, ну сказать, дальше. Да, извиняюсь, ребят, но, к сожалению, обновлений не настолько много, как вам, друзья, хотелось, но... Ну, кучу вам, друзья, могу показать. Вот. Сегодняшнее обновление, это у нас... такой вот живой дом в окраске... Под гвардейскую ленту, то есть под черно-оранжевую, то есть полосатую черные и оранжевые полосы. Вот оранжевая, между ними черная, тут черные стекла. Наверху черная, то есть вот здесь черная, тут бетонная шерсть, а здесь там мезеритовые плиты. Вот у нас входы у нас вот здесь, так что давайте посетим это здание. О, мгновенно попал туда, без шума. Так, вот тут у нас мусорка для бомжа Валеры. Тут у нас такая лестничная площадка. 5x4, да, 5x4 блока. Тут у нас лестница тоже есть, вон окна есть. То есть пролет между первым и вторым этажами. Так.
Давайте посетим одну из квартир, короче говоря. Тут у нас гостиная, тут у нас диван, микрофон, телек у нас такой. Полки с книжками, горшочки у нас на полке. Да, тут у нас спальня, тут на 3 человека, то есть 2 большие, 2 больших сундука и 2 шкафа. Так, проходим дальше в эту комнатку. Тут у нас ванна с туалетом. Ванная комната с туалетом. И дальше у нас кухня. Вот такая вот кухня стандартная. 2 печки, то есть 2 печки вон с плитами наверху. И холодильник. Ну и сиденье тоже есть. Вот такая вот. Вот такая вот квартира. Ой. Я в туалет загнал. Ну и давайте мы прокатимся на последний этаж. Ой. Что-то не так пошло. Все. Вот, все, поехали. Так, выход на крышу у нас через лестницу. Вот. Вот здесь у нас. Ой. Все, вылез. Так, мы вылезли на крышу. Тут у нас телевизионные коллективные антенны вот такие вот. И у нас кондиционер, то есть вытяжки у нас, типа, по вентиляции. Также я скопировал почти такие же здания, только в другом окрасе. То есть у нас, типа, из белой и розовых, розовых блоков керамики. Итого по 3 штуки, естественно, на защите улицы Кумаритова и улицы Фроловой, да. Ну, пока что, к сожалению, вот такие вот обновления. Пишите в комментариях, что еще построить здесь. Ну и предлагайте, что еще вам показать, конечно же. А на этом, друзья, наш выпуск подходит к концу, ребят. Спасибо всем за просмотр этого выпуска. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и, конечно же, вопросик для вас. Оставлять ли шейдеры BSL Shaders? Да, вот такие вот шейдеры. Почти похожи на те же Cells, только намного лучше. Короче, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. В общем, делимся своим мнением. С вами, как всегда, был ваш любимый Яконат 61. И до новых встреч. Всем пока.